Привет, я Бадди, робот-исследователь с планеты Infinity 5. А еще я учитель английского языка. Это мой друг Спарки. Hello! Сегодня мы решили совместить наш веселый урок английского с небольшой разминкой. Потому что, как говорил мой папа, нужно качать не только мозг, но и мускулы. Мой папа очень любит спорт. Поэтому в этом видео я расскажу, как называются части тела на английском. Ведь как можно высоко прыгать, если ты не знаешь, как сказать «нога» по-английски? Ладно, вы все еще сможете прыгать, но знать, как называются ваши части тела на английском, все равно полезно и весело. Но перед тем, как мы начнем, не забудь подписаться на мой канал и поставить лайк этому видео. Это сделает меня очень счастливым роботом. Подписался? Поставил лайк? Тогда вперед за новыми знаниями. Я буду показывать тебе карточки с картинками и называть их на английском вместе со Спарки. А ты повторяй эти слова за мной и выполняй действия, которые я буду говорить. Хлопни, если готов начать. Отлично. Начнем. С чего бы нам начать? У меня столько идей и мыслей в голове. Точно. С нее и начнем. Знаешь, как сказать «голова» по-английски? Голова – это head. 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 Супер. Давай помотаем головой вместе. Еп-еп-еп! Классно получилось. А как голова крепится к телу? С помощью шеи, конечно. Шея – это neck. 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 Класс. Ой, а у меня ведь нет шеи. Наверное, поэтому мой шарф всегда спадает. Но все равно давай разомнем шею вместе. Вот так. У тебя отлично получается. Ву-ху! Важно делать паузы между упражнениями. Но новое слово на английском у меня все равно для вас есть. После шеи у нас идут плечи. По-английски плечо это. Shoulder. 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 Круто. Тебя, наверное, тоже смущает, что Спарки не разминается вместе с нами. Все потому, что он не так в хорошей форме. Возможно, он самый спортивный носок на земле. Это он мне так сказал. С плечами разобрались. После плеч идут руки. Руки по-английски это arms. 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 У тебя отлично получается. Давай потянем свои армс, то есть руки в стороны, чтобы немного размяться. Ву-ху! Но руки были бы не такими классными, если бы у нас не было кистей. Кисть по-английски это... Hand. 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 Ты молодец. Я знаю лучший способ размять кисти, знаешь как? Дай 5. Вот так. Это круто и спортивно. Так, что у нас дальше по плану? Сложно думать. Я так проголодался, что у меня животик курчит. Надо подкрепиться. Сделаем перерыв. Вот так намного лучше. О чем это я говорил? Точно. Живот. По-английски живот называется. Stomach. 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 Круто. А вы тоже гладите свой животик вот так, когда вкусно поели? Я всегда так делаю. Nice choice. Теперь, когда я поел, у меня появилось столько энергии, что я хочу попрыгать. Давай со мной. Круто прыгаешь. А теперь самое время узнать, что ноги, благодаря которым мы прыгаем, по-английски называются. Legs. 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 Я понял, что сейчас попрыгал, но не надел свои новые кроссовки. Хочешь их увидеть? Вот они. Классные, да? Я ношу их на своих feet. Ой, я же еще не рассказал тебе, что ступни по-английски это... Feet. Feet. Feet.
теперь ты знаешь так много слов. Давай побегаем на месте, чтобы размять наши ступни. Я уже немного устал. Но у меня осталось последнее слово и упражнение на сегодня. И это слово бедра. Бедра по-английски это... Hips. 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 И у меня есть лучшее упражнение для нашей тренировки. Давай танцевать. Вот и все. Теперь нужно повторить все, что мы выучили. Голова. Head. Head. Шея. Neck. Neck. Плечи. Shoulders. Shoulder. Руки. Arms. Arms. Кисть. Hand. Hand. Живот. Stomach. Stomach. Ноги. Legs. Legs. Ступни. Feet. Feet. Бедра. Hips. Hips. Мы отлично с тобой научились. Не забывай повторять новые слова и заглядывать на наш Соспарки канал. У нас будет еще больше новых познавательных видео про английский язык. Пока! Понравилось учить новые слова с Бадди? Устанавливайте приложение, вас ждет еще больше новых слов и настоящего общения с Бадди. А также множество мультфильмов и образовательных игр для изучения английского. Попробуйте учить английский с Бадди бесплатно по ссылке в описании под видео.